Марафон «Ты нам нужен» вышел на финишную прямую. В субботу состоялось закрытие общегородской благотворительной акции. По предварительным подсчетам, для ребят с ограниченными возможностями здоровья удалось собрать 4 100 000 рублей. Сумма будет больше, уверен глава города, ведь деньги до сих пор продолжают поступать. В этом году отличается марафон от предыдущих, потому что действительно он стал общегородским. Сегодня мы даже то, что не планировали, не ожидали, это происходит. И учебные заведения, детские сады начали проводить интересные мероприятия, поэтому неравнодушных стало гораздо больше. Марафон «Ты нам нужен» проходит в городе уже 5 лет. За это время 390 ребят получили помощь от ивановцев. В прошлом году в апельсинометрах набралась нужная сумма для Валерии Майоровой. На закрытие она пришла, чтобы поддержать нынешних участников. В прошлом году мне требовалась операция по эндопротезированию в Германии. И марафон «Ты нам нужен» собрал нужную сумму. И я, к счастью, мне сохранили ногу после того, как прооперировали. В этом году ивановцы помогут 57 ребятам. И хочется верить, что на следующий марафон они придут уже своими ногами. Счастливые и жизнерадостные. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.